Около 500 экспонатов и картин в честь Наурыза представили в Центральном государственном музее. Там прошел фестиваль «Краски Наурыза». Уникальные работы казахстанских и иранских художников раскрывают историю весеннего праздника, культуру, традицию и быт восточных народов, которые ежегодно его отмечают. Помимо картин, посетителям показали большой ассортимент украшений, которые своими руками сделали отечественные мастера. Здесь же организованы мини-выставки исторической и детской литературы. Мероприятие сопровождается концертной программой и музыкальными постановками представителей различных этносов. На экспозиции также присутствовали и сами авторы картин из Ирана. Мы на этом празднике через работы художников, в частности, современных художников, а также работ, представленных ремесленниками Ирана, хотим показать, насколько действительно содержательна и богата история самого праздника Наурыза, насколько она действительно имеет разные краски. Эти краски действительно гармонируют не только непосредственно с историей и культурой данного народа, но и имеют определенную общность, которая действительно нас всех на сегодняшний день продвигает. Я художник, и мне нравится, чем я занимаюсь. В своих работах я продвигаю идею всеобщего мира во всем мире. Наурыз – красивый праздник, который объединяет народы Ирана и Казахстана и всей Центральной Азии. У нас есть много общего. Казахстан – страна с богатой культурой, и каждый год на Наурыз я стараюсь принимать участие в таких мероприятиях.